Телеканал КРТ представляет. Порошенко очень хорошо понимает в политических преследованиях, потому что максимум количества уголовных дел по политическим мотивам, преследованиям за всю историю независимой Украины было при нем. Вот вы живой тому пример, да, Дмитрий Василец, Василий Муравицький, Александр Ефремов. До речі, він тоді казав Порошенко, коли йому задали питання про мене, в нас нема політичних переслідувань, у нас просто є відверті кримінальні злочини. И так далее, да. То есть сотни людей при его власти как раз пострадали за свои политические убеждения. И такого не было никогда до него, да, до Евромайдана власти. Поэтому он понимает, что такое политическое преследование. И даже вот за эти уголовные все дела, абсолютно сфальсифицированные, высосанные из пальцев, которые развалились в судах, которые признаны и по вам, и по многим другим международным организациям, что узники совести и политические преследования, уже заодно это он и все те, кто фальсифицировал эти уголовные дела по указанию власти, должны были бы... Пане Євгене, але ви погоджуєтесь, що все ж таки не по тих, от ваш візаві, він сказав, що це все було така, якби тільки на заявах Портнова, тобто не те, що, можливо, суспільство хотіло почути про ті так звані корупційні, можливо, там зв'язки. Не... Тобто це якісь симочко, картини, ну погодься, воно для людей да. Важко. Так, от це вже другий вопрос. Це другий вопрос. Є за що його сажати реально за по многим эпизодом. Но здесь почему-то очень дела, которые что в обществе с трудом понимаются и воспринимаются, да, что юридически тяжело, мне кажется, будет доказывать. То есть такое ощущение, что идет взаимная игра. Поддавки. Поддавки с попыткой выиграть с двух сторон. Что и нынешняя власть заявляет, что вот, смотрите, вы хотели посадок, мы вот все делаем. Мы вот дела возбудили, подозрения вручили, мы все выполняем. Как да? Называли и игры на найских мальчиков. Да, и для Порошенко и компании выгодно, потому что они кричат, нас преследуют, нас политически по каким-то высосанным из пальцем делам, посмотрите, что происходит и так далее. Вот что плохо. Ну, прогноз, чи верите, чи все это закончится? Вот там, в останнім пунктом підозрі, який Венедикт вважає, що вона зачитана законно заступником генпрокурора в її присутності, ну, в ДБР, там є пункт 72 години утримання під вартою. Чи побачимо завтра за ґратами Порошенка? Я уверен, що эта власть Порошенка не посадит. Потому что американцы дали ему гарантии, и об этом мы практически прямым текстом... Но американцы не однородные, есть республиканцы, есть демократы. Совершенно верно. Неоднородные, но тем не менее, пока эти гарантии, которых озвучил Курт Уолкер, например, да, известный же это разговор был, когда Уолкер прямо говорил окружению Зеленского сразу после выборов насчет того, чтобы не трогали Порошенко. И до тех пор, пока мы будем вот, находиться под внешним управлением, мы, соответственно, будем эти не нами выданные гарантии выполнять.